Аллилуйя. Имени Господню хвала. Он достоин принять славу и честь. И святые руки вверх мы вознесем. Сменим имени Его, имени Его, имени Господню хвала. Еще время. Имя Господне, крепкая башня. Бежит в нее праведник и будет спасен. Это значит аллилуйя. Вот это. И славьте все имя Его. Аминь. Имя Господне.
крепкая башня, бежит ее праведник, и будет спасен. Имя Господне, крепкая башня, бежит ее праведник, и будет спасен. Славьте имя Его, славьте имя Его. Господне, имя Господне, крепкая башня, бежит ее праведник, и будет спасен. Имя Господне, крепкая башня, бежит ее праведник, и будет спасен. Славим имя Твое, славьте имя Его. Имя Господне, имя Господне, крепкая башня, бежит нее праведник, и будет спасен. Имя Господне, крепкая башня, бежит нее праведник, и будет спасен. За любовь Твою, благодарим за крест Твой, благодарим за жертву Твою святую и за раны Твои, которые мы исцелены. И как Евреям 3:1 говорит, Ты наш высший священник нашего провозглашения. И сейчас мы